Hitman 2-3, this is Hitman 2-2, over. Ехал на штуке, едешь спереди БТР, выхожу направо на обочину, против этот чувак просто сворачивает на бочку. Ой, у нас часто встречаются такое ощущение, эти англичане. Просто заранее, просто. То, что вот вдруг. Очень любят уходить на левую сторону, не знаю почему. Чем в итоге переехали меня сверху БТРами, перевернули БТР, вообще. Я помню этот кипиш. Я тогда стоял, ждал тебя, тут прибегаешь, ты рассказываешь эту страшную историю. Я так выдохнул, как ты потерял командира экипажа. Он думал, что это все. Что за приговор взял? Зачем мне нужен? Ну, мало ли. Я на всякий случай. Никогда не знаешь, когда пригодится рюкзак. Ты же парашют положил же. Не, парашюты здесь специально. Умеешь в авторотацию? Выживаешь. Не умеешь в авторотацию? Молись. Они же не могут, да, прийти на драму? Ну, солнцем запрещено. Но кабана в прошлый раз здесь уже ёбнули. В этой же самой роли. Так, ну чё, садимся в вертушку, докладываем о готовности. Вертолёт вот такой на дальний. Метку на заправщик поставили, ожидаем пехоту КСК на погрузку. Принято. Смотрите, ОМОН еще до острова не добрался, поэтому пока грузитесь, но ожидайте. Приняли. А если что, лететь до острова там минут 5. Принято. Вертушка БВ готова к вылету подтвердить? Да, готова. Принято. Вертушка ОДК, как КСК погрузится к вам, доложитесь прям. Приняли. Пока что они вроде бы рядом с вертолетом стоят. Принято. Вертушка БВ, ответьте штаба. Да. Смотрите, сейчас будет задача. ОМОН у нас до острова не добрался, поэтому обстановка там неизвестна. Вам нужно будет вылететь и отработать дом Навального, желтый крестик обратите внимание. Ну, вообще, все, что там увидите, все отработайте. И ваша задача зачистить, ну, остров перед высадкой пехоты прям. Принято, взлетаем. Не с южной стороны будут посаживаться? Так точно, с южной, с юго-восточной. Да, понятно. Что со мной случилось? Обязательно вот, давайте связь, если по вам работает, если пуск по ЗРК, любую информацию докладывайте. Да, вертушка ОДК, как посадите КСК, начинайте взлетать и держитесь за вертушкой БВ на расстоянии. Соответственно, ждете доклада, что там по острову, и усаживайтесь. Доклады от вертушки БВ. Так, Диксон, я высажусь, спрошу, что они не садятся. Перед носом не бегай. Ребята, грузитесь? Да, да, ну сейчас тип еще прибежит. Окей. КСК, все сели? Все? Нет? Нет, еще. Они ждут одного человека, Дикса. Не-не, мы все сели. А, все уже? Шестерых там, да. Ну, взлетаем, значит. Тайфун и АД по достижению выпоинта 1, обязательно положитесь и ожидайте прием. Скажи то, что мы сейчас пока одни там будет, мы с вами что-то с лодками плохо. Тогда нам конец. А мы какой первый сейчас будет? В восточный. На острове кто?
Диксон, короче, летим по синему маршруту на невысокой высоте. Дальше по голубому за краем карты это баражируем. Секундочку, да. Ну чё, с богом, пацаны. Штаб офицер, да. Штаб слушает. А что с кабаном? Ожидайте, кабан упал с лестницы. Чё, на СКС умер? Упал с лестницы. Подключки, наверное. Может, и оживят. Возле Гришина, она заработает. Штаб мёртв. Совсем мёртв? Его не вылечить уже? Нет, он умер. Я медик сейчас посмотрел. Охренеть. Ориентируюсь. Алим, заправка рабочая, не помнишь? Да, можно. Подъезжаешь, она заправляет автоматически. Слышали? Вертолет БВ, доложитесь о статусе острова. Ну мы там постреляли и улетели. Был ли, по-моему, ответный огонь? Нет, нет, нет. Противника самого заметили? Нет. Ну что, Диксон, высаживаем КСК или не? Ждем пока. Выбор. Чего? А что будем ждать? Ну, тогда, значит, заходим, сейчас поставлю маршрут. Заходим ровно с юга, так? Шкабан умер, да. Нам что, не грех умереть. А у ментов там три бесполотки. Ни на одном нет лодки, что ли? Не, на одном не нашли. Понятно. По красному залетай. Да, высаживай. Вен, ты 15 лет отговоришь через ментов? Алим, на связи. Алим, заходим на посадку. Где они, а прикройте нас. Мы можем еще раз зайти, посмотреть остров, если нужно. Да, прикройте нас, если сможете. Только нас не накройте нарами. Высадка по моей команде. Высадка. Не только не торопясь, не все сразу. Все, Диксон, взлетаем, они высадились. КСК высадили. Уходим на ловушках обратно в море. Вертолет УДК высадили КСК. Да, горит зеленый, движение. Задачу подвесить дом Бахович. Так, вертолет БВ, завал БРД. Хорошо, молодцы. Метка Шкетус? Зеленое движение. У них там танк 55 есть. Шкетус? А. Это южнее Солнечного вы взорвали? Да. А подпишите его, что ли. Алим, у вас на острове спокойно? А, мы КСК высадили, вроде нас не обстреливали. КСК, у вас там спокойно? Пока спокойно. У КСК на острове все спокойно. Вертолет УДК уже кружит в море. Давай уже разворот здесь где-нибудь делать. Будем ретрансляторами для КСК, потому что они же район скоро должны найти. Что они там найдут, частоты или что? Они найдут непосредственно район, в котором находится цель. Что модель? Сейчас пока что проверили только Роговский район. Да. Есть еще как минимум 5. Так, что делать? Ридлер, ждем информации о этом. В Березинском районе. Штаб, Березинский район. Что, там находится? Информация от КСК, Березинский район. Руки, Ридлер. Район Березина, там точка, которую нужно захватить, да? Так точно, от КСК информация, цель в Березинском районе. Все, принял. То есть 23, 22, 21, 20.
и 24. Сейчас будешь тут пускай забирать, да? КСК, отойдите на метку, где мы вас высаживали, вертолет УДК вас подберет. Передайте варфрагу, чтобы он, наверное, смещался куда-то на север, потому что вертолет ему нет смысла. А Лермонтова получилось заштурмовать? У волков проблемы? Я доклады не принимаю. В смысле, там нету информации? Принял. Ридлер. КСК, связь срочно. Варфраг, а есть связь с КСК? Да, есть. КСК на связи. А, КСК, отходите на метку, на точку, где вы сбрасывали вертолет, мы вас подберем, отвезем к вашей бэхе. У нас тут на севере Варфраг поставил метку около вышки, возможно, там уже хорошо. Там стационарная стоит. Может накрыть это? Ну, накройте под вышкой. Окей. Их сюда идем. Куда? Не понял. А, понял. По коричневым давай. На ловушечках. Хотя, наверное, здесь ПЗРК нету. Здесь БВшники летали до нас, мы летали. Просто зайдем. А, Варфраг, сейчас зайдем, отработаем твою метку. Поедем. Эд, принял информацию, солнечный? Принял. Солнечный, колонна, да? Все отделения на солнечное. Да. Принято, солнечный флаг. Все группы солнечные. КСК, отходите все-таки на точку, где вас усаживали постепенно, мы вас это подберем. Мы двигаем вас. Тарана в цель. Цель миссии солнечной. Все ребята разворачиваемся на солнечной. Через кабан 21 запад. Ну вот смотрю на эту вышку, где-то там говорят, что есть. Нет, короче говоря, разворачиваю всех на солнечной, мы поехали разведывать установку. Принял, все. Танк передать, пусть двигается танк. Сейчас маркер поставлю, продублируйте его. Солнечный. Перелеты. Это южнее, это Березина. Ну, сейчас нормально. Цель это... Кварфрагка цель, миссия. Я не слышу, это мы уходим в море, ждем команды от КСК. КСК, доложитесь, как будете на точке, мы вас заберем. И метку поставьте на себя, пожалуйста. Айфон расставил все минуты. Уходим на розовый, все пусть. Алим, связь. Алим, на связи. Ты обработал вышку? Так точно. КСК готовы к посадке. А, поставьте на себя метку. Пока на вас метки не появятся, мы вас не сможем подобрать. Все, вижу. Метка. КСК, 2 минуты, готовьтесь к посадке. Клон, живой еще? Да, живой. А там не углубляйся в вражескую территорию, мы скоро тебя пехоту твою подвезем. Ты ж на БМП, да? Ну, конечно. Да, ну отлично, скоро тебе доставим твою пехоту. Это маршрут уже проезженный, поэтому здесь чисто, все нормально. Жди нас. Так, вон, вы на Урале будете? Они там справа стоят, сейчас. Напоминаю, желтая метка АДК Алим, атаковать всем сюда. Вертолет БВ сбит, почти сломали еще солнечный. Вас ПЗРК сбил? Да, можете летать спокойно. Ты можешь сделать заход последний? Или уже падаешь? Я пойму, я сейчас нарами накрою солнечный. Все, попробуй нарами дострелять. Сели, летай. Давай, полетели. АДКшка, да. А где у вас два человека потерялось? Выходим все нары, все. Все, молодец, хорошо. Сейчас прям солнечный упаду на них прямо. Так, ну ПЗРК, короче. Так, танк, двигайся ближе к старой. Так, что у нас полный свободный полет. Где борцы? Так, что, полетели к лону? Танк, который барс тоже. Это было, да?
Ну да, впереди там. Ну тоже остановись где-то справа. Где-то будет. Да, вот он справа от нас. На 2 часа. На связи? Где-нибудь там. Да, на связи, слушай. Ты можешь туда пехоту забрать, поскольку ты там рядом с ним будешь? О, ДКшников, что ли? Нет, КСК, КСК. Сейчас вертолет УДК высаживает вашу пехоту, КСК. КСК, это же БРМ потом. Хорошо. Доедем дальше. Зак, нам тебе садится? Да. Вальфы, сейчас метку поставлю на Урал, подходите, садитесь. Да, поставил, внимание, рядом всегда. С поляной нашей есть кто-нибудь? Пехота. По маркерам, смотрите, ребята, обновляйте маркера на себя каждые 5 минут. Если нету, то враги. Вольфов всех перебили, прием. Там один человек остался у них. АД, слышите? Северный танк, КФН, на связи вообще? Север на связи, все хорошо. Ты жив, у вас танк, танк, танк. Танк на связи периодически уходит. Танк! Ответь. Скажи, а пусть танк двигается, танк, пусть двигается через юго-запад к танку Барс, где он метка стоит, танк Барс актуальная. Так, ну что, я могу быстро идти. Пока пройдет, так мы приедем. Ладно. Так, справляться пойдем? Давай, слетаем. Вертолет УДК пошел, заправимся перед финальной частью. Хорошо. Ну, заворачивай где-то на 340, там уже аэродром увидишь. А, ну вот, уже видим. Так, медики, которые кто спрашивали, куда им поставишь? Просто действуйте по вызову. Приедьте, можете тоже в старое приехать, встать. Там самое главное будет от тушки добрести и пехота. У тебя ВВ до сих пор что ли на вышной стоит? Вертолет только заправился, взлетаем. Давайте прямо на весь Пакнаров солнечный выкидывайте. Танк не сожгли вражеский Т-55 до сих пор? Штаб, в солнечном еще не, то есть не больше двух отделений будет, я думаю. Мы поищем цели. Если что, перед самым штурмом зальем остатки БК. Вот как всего наш БРМ выбил. А кто выбил БРМ? Метка Эриксон танк. Приняли. Диксон головой в маршрут. А оттуда сейчас пушка долбит. Ты видишь это? А кто-нибудь сейчас танк наблюдает? Не, визуально его не видно. Просто слышны выстрелы. Возможно, он уже сменил позицию. Метка Барс Эриксон танк верная. Повторяю, на метке Барс Эриксон танк находится Т-55, заезжает в лес на северо-запад. Так, БМ какая-нибудь, если вижу. Видите БМ 145 Барс внизу. ЗУ, отработайте, но хотя бы рандомно туда, чтобы ЗУ под накрытие. Она ушла, ушла. Она... Контрольте высоту, чтобы она не знаю, куда. Вот сюда, ниже. Ладно, проходим. Проходим дальше, выравниваем. Вам едет союзный танк наш. Зайдем с моря. Бен, наблюдай его, мы сейчас зайдем, на втором заходе зайдем. Уверен в своей метке. Парень, не могу его наблюдать. Звон, пришел в лес. Звон, взять БМП, пехоту посади, езжайте. Тут квас, Флейм, прием. Флейм, мы с юга, Флейм, мы сейчас им туда зайдем, не работаем. О, по дубине вижу. Осколок надо? Смотрю, по дубине надо осколок? Один осколок. Стабилизирую, попытаюсь на него закинуть. Сейчас. Стабилизирую? Давай. Передайте своим бойцам КВ выживших кабан, когда будете триггер штурмовать, чтобы все выходили на КВ. Давай на армию добивай. Как подходите на 200 метров к триггеру, выходите на КВ. Здесь у вас уже не полная группа хотя бы.
Танк минус. Молодцы. Браво. Давай полный заход наров на танк, солнечный. Ты танк пизды дал, нет? Так точно, танк взорвался, экипаж уничтожен также. Красиво, красиво. Давай нарами на солнечный. Ребят, давайте, давайте. Сколько у тебя наров? 56. Так, ну я думаю, где-то 30-40 можем влить солнечный. Сейчас БВшники, прямо езжайте к основным силам, высаживайтесь прямо около них. Так точно. Внизу подвижный есть? Одна штука. Пока что ее не вижу. Блин, вспомни, где там флаг. Тяжело то, что они там везде разного. Ну, давай куда-нибудь вот сюда уложим, наверное, там что-нибудь складываем. Сюда смотрим. Там 4 дома, куча стоят. Вертолет на связи. А, там вот, уходим. Ух ты ж, сука! Зушка прям под нами была. У нас вин задний минус? Да. Хуёво. Не следи за скоростью. Вижу ее, 220. А чтоб не знаю, насколько актуально, фасковые противника, что ПТРК у них разбивали. Да, ну, давай. Блядь, у них 2 ПТРК. Ребята, оставьтесь в контакте, за солнечным не вступать, вроде только в солнечном все. Контакте. Нам нужно флаг захватить, снять флаг. А то пехота, видите ли, убегает. Главная задача Бар-ти сейчас флаг. Крест на связь, прием. Крест на связь. А Зушка живая, сам слышит меня? У кого есть дальше? У нее прямое попадание, Зушка. САП, это АД, у нас конкурс есть. Так, ну 230, я вижу ее. Стабилизируем. Нам тащить его с собой? Сейчас, подожди. Сломайте его лучше. Виктора, БРМ на связи. Давай. Он сгорел уже давно. Сломайте его об ёлку как-нибудь. Большой вектор пехота. Давай добивай, наверное. В упор мы. Он сгорелся вроде. Да, все точно. Уходим. Север, нет, пошел маршрута. Уходи в море, я тебе дай. Салин на связи? КФМ пехота жива? Салин. А, ну вы зачитайте, потому что нам по-любому потом к вам нужно будет вставать. Ну, в принципе, можешь включать уже, если хочешь. Если тебе будет удобнее. Если чисто, мы можем подъехать. Потому что я это уже как бы турами не буду работать, ну пушка там все равно на нее надежды мало. Куда-нибудь сюда захерач. Лети в упор, потому что нечего делать. Там розовое здание. Поставил, вот примерно для него район. ТФН метки на тебя актуальны? Здание с розовой крышей. Это... Плюс-минус 100 метров. Принял. Мы рядом, и все говорить поддержим. Кто по нам стреляет? Это я стрелял. А, это ты так? Я сервер залагал. Медики подъедут на оранжевый крест? Диксон, ты уже сервер. Нет, это ты сложил свои пушки. Помощь нужна в солнечной, прямо в солнечной все. Слушай, да я был очень живой. Звон, Блэкмот, три соника на связи. У них там контакт был, плотный бой в долине, слышали? Танк в долину не заезжайте, просто объедьте. Чуть южнее, не доезжай до долины. Я-то с пушки не смогу сжигать всякие лазики, например, с СПГ. Медики, а, разверни, пройдем до береговой линии на юг. Два медика. Я посмотрю, там что-то старая метка у варфрага на УАЗик, может найду его. Метку жалко, по себе в тур целится. Маневрируй. На... Откуда? Тур целится. Пойдем на запад. Бен, откуда? Не знаю, радио. От кого радио? Противника. Принял. Уходи в море. Думаешь, не будем? Нет, пока что не стоит. Тут прямой лобовой заход может плохо закончиться. Постоянно нужно боковое Доктора, смещение. Да, медики, подъедут, сейчас заворачивай на 50. На 150 заверни. Да, едем.
У нас постоянное боковое освещение. А вы потом подбросить можете? Да. Отлично. А, было метки обновлены. Все, вижу, хорошо. Ребят, а из наших никто еще триггер не штурмует? Там только БНК же слазит пока что. Штаб, это АД, мы можем спустить. Крымы говорят, что Крымы штурмует Риган уже. Так, под мостом кто-то бегал. А под мостом никого из наших нету? Нет, нет, валим, противник. Нет, Крымы с севера. Крымы на южной части. Давай, направо вот. Закрой полностью нарами весь триггер хуям и заходите отряды. Алим. Да мы тут как бы отрабатываем уже цели как можем, когда на каждом заходе закидываем. Ты нары уже все потратил? Почти. Ну, давай все трать, блять, уже ребята заходят. Да, укладываем как можем. Сейчас заметили пехоту под мостом, плюс еще дома будут поскладывать. Я паникую. И кстати, после того, как мы поменяем флаг обратно, не забывайте, нам нужно его удерживать до конца миссии, пока или пока не погибнут все их командиры. Принял. Клон, связи, живы? Да, 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 прошу разрешение вернуться на север, на завод. Триггер, получается. Зачем? Там невозможно будет сейчас пройти, нам получается. Вот ты тоже там это клон зависит. Смотрю на этот, блин, сейчас не смотрю. Вы двигаетесь, посмотрите, как он удобнее вам будет. Блин. Даже не видел. Удобный маршрут выбирайте, без проблем. О, 270 тут, там вот, под мостом где-то бегал. Вот этот ложбинки. Да, там Урал какой-то, или УАЗик, УАЗик стоит. Вот сюда смотрю. УАЗик. Так, выходи в набор высоты на всякий случай. Второму они нас хуй собьют, я в прошлый раз пытался вообще нереально повернуть. Если бы вертолет постоянно маневрирует, то есть и не подставляется ровно хвостом, например, или бомб. Друзья мои говорят мне, что два человека у них смотрят флаг. Ну это понятно, они все контролят там. Сколько, как там флаг поднимается? Просто сами... Завод не смотрел? Невозможно контролировать завода флаг? Змят ворота. В теории можно, но мы там кучу найдем. Не снайпер, а снайпер у них есть 4 штуки. Танк, попробуйте помочь Blackwater, если сможете. Крымы, не заходите пока в северную часть триггера. Понял. У нас 2 нара осталось, Оля. Понял. Чем попали в этих товарищей, нет? Слушай, ну там УАЗик сожжен двигатель, здоровая воронка на том месте, где было пехотинец. С южной, не по дороге, не по центру прямо, а где... Крымы заходят. На 131-й, походу, есть противник, аккуратнее. Вертолет, посмотри с пушки 131-й. А, поставьте меточку. А, все, понял. На метка, знак вопроса. Там а там ЗУшка стоит. Пэху. Да, где вы, медики? Ну, пошли, значит, 260. БВ, уйдите с долины, блядь, и двигайтесь на солнечное. Это медик, я в поляне нахожусь. Не могу идти к вам самостоятельно, можете на крыше подъехать? Тут все чисто вроде как. Виктора, медики, в поляну езжайте, там чувака вылечите. На него можно? Может это мина? Поляна. Поляна, видишь маркер у вас? Вижу, желтый. Да, желтый восклицательный. Да. Кабан 22, туда езжай, видишь флаг. Ну и так, вслепую. Вот туда езжай, там сейчас чувак будет. Смотри, ждать. Развернемся, пройдемся там уже с западной стороны, посмотрю, что там с восточной стороны видно. Через БРДМ ОДК проезжай и езжай к ТТ Джумбо и оттуда работай. Где БРДМ КСК стоит, танки, оба. БРМ ОДК подбито. Отделение ОДК понесло тяжелые потери. Принял. Вектор медик 4 минут добивается. На крест оранжевый. 7-6 минут. 7-6 минут будут медики. Ну, уже
так прошли, не очень удачно, честно говоря. Там что, видишь? Ну, я там видел какого-то пехотинца бежал, я по нему отработал. Бен, а вы где? Там второй танк в триггер, что ли, уже заехал? Да. Юг перекресток был... Парни, похоже, что это пехотные мины в триггере, аккуратно. Заходите в триггер, пехота быстро в триггер. Не, на заводе никакого шевеления нет, скорее всего контролируют из домов. Хоть слева УАЗик едет. Внимание, у нас 88 высота. Так, внимание, танкам и бронетехнике в районе Зушки. Велес, рядом с тобой УАЗик вражеский катается. К северу от тебя 100 метров. Велес, как принял? Выбитый шаг. Велес, надеюсь, не ты горишь? Выбил его, выбил. Отлично. Ну все, Алим, зависни с пушки работай. Не могу, у меня задний винт минус. А, все, принял. Так, листья МРУ, фраг поднять и защищать, ребята. Я тоже триггер штурмую уже. Как медик генерал устал. Тайфун Флейм. Ставьте метки на дома, бэхи, у которых еще снаряды есть, дома кладите. Тайфун ответил, кто запрашивал? Тайфун. Слушай. Ох, Диксон, ты потом увидишь на видосе, поржешь, что ты с этого захопа. Танк наш стреляет сейчас? Нет, это только стреляет. Ты не представляешь, как вертолет бесился. По метке рядом с АД Rebel, 10 метров так сзади, вот так. Ты из нас коктейль делали. Такой, влево, вправо, влево, вправо. На КВ штурма выходите, ребят, не забывайте на КВ штурма выходить, там уже пол стороны сидит. Типа, влево, вправо, влево, вправо, вертолет качается. Передайте своим пехотинцам на КВ штурма, КВ команду, на выжившие метки на карте, висит где-то по ТВ. Сука, я не могу с этого. А сейчас тоже качать? Так, ну давай на разворот. Штаб на связи. Еще не на КВ штурм, да. Флаг опустили, меняют флаг. Да, я вижу, я слышу вас, на КВ сижу, ребят. Помните, его нужно оборонять еще 30 минут, или пока не сдохнут все их командиры. Ну, блядь, в оборону перестанут. Да, занимайте, забывайте, занимайте оборону. Пехотные... На КВ триггера переходим. На КВ триггера переходим, когда подходим к триггеру. Да, 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 все не там уже пол стороны сидят, заходите на КВ триггера. Все. Флаг, все, флаг наш. К флагу не подходите, просто контролируйте его вид. Если заметили еще какие-то очаги сопротивления в триггере, вызывайте вертолет. Лучше, хотя лучше танк. Так. Все, можешь давай устроим просто перейдем. На вторую дефолтную алим забить КВ штурма и слушать нас. Окей, сейчас. Ориентируйте, где КВ триггер. Мы не видим КВ триггера. КВ триггера, КВ выживших на карте Кабан. Под ДВшками написано. И КВ штаба одно и то же. Так, ты меня голосом будешь слышать? Да, да. Окей. Что нам сделать периметр? Сейчас я поставлю маршрут, будем летать вокруг. Если кто-то будет стягиваться к триггеру, мы будем их помечать для противника. Ну, в смысле, для своих людей. Чтобы, типа, отсюда идут, идет. Иди на север. Только север. Бери, наверное, нужно на сторону периметра. Эд, Алим. Да. Повтори, Эд, вы просто немножко отлетели, далеко не слышал. Синий маркер поставил свой к отработай дом. А, у мой свет? На севере у мой свет. Окей, надеюсь, там никого рядом сейчас, нет. Сейчас вертолет зайдет на юг, твой, да, на юг. Север, на танчик на связи. Я маркер. Тайфуновский на просто связи. Нет. Тайфуновский, смотрите, поставил одиночную метку к СК Злаку с севера. Ориентир одноэтажный желтый дом, в нем сидит противник. Желтый дом с синими желтый окнами. Желтый дом принял. Инара туда уложи. Он внутри сидит, в южной части. В
Все, последние два нара и БК на пушку все слют туда. Нара скинул. Ребят, боекомплекта у вертолета больше нет, мы чисто разведка. Чисто разведка. Дом дал, точно он дал? Да. Да. Западу противника триггерится. А, кажется, один из наших танков сожгли. Принял, хуй. Северный, южный? На севере. На севере, Барсов принял. Поставь на него черный маркер, если сможешь. Хорошо, еще. Так, минус один танк, у нас один танк, тайфунов. Поставим. И скорее всего под ТРК выбил. Все, танк, спасибо, может они работают больше. Я сейчас проверю его, пойду. Эли, ты живой? Эли. Я просто чувака тоже проверю. Никсон, что думаешь о посадке на дорогу? Аварийный. Снайпер свой сейчас работал, или кто одиночный стрелок? Ну, можно. Сколько-нибудь поля лучше. Как там флаг, нормально? Держим? Решай сам. Есть он дальний? Короче, вот здесь. Чем мы тут стоим? Ждем. Обороняем флаг. Мы подняли флаг, Велес. Смотри, теперь нужно или убить всех их командиров, но они могут прятаться. Либо... Мы переехали одного. Да, либо ожидать окончания миссии. То есть нельзя позвать... Принял, мы на своей метке кроем северо-запад. Ага. Тогда кто сгорел-то по итогу? Чей танк? Потому что борцы живые, вы живые. Быстрый на связь. Так, вертолет, возможно, сейчас скоро перестанет выходить на связь, мы совершаем аварийную посадку. А, ну все. Поздравляю с победой. Поздравляю всех с победой.